Это чей-то участок. Какая высока. Да, видишь, уже кто-то полил. Смотри, как сыро. Это участок дяди Жоры. Помнишь, мы с тобой гуляли здесь в прошлый раз и видели его здесь? Так что говоришь, ты зарядился? Лев. Я зарядился. А чем? Чем ты зарядился? Батареей. Ты зарядился батареей? Мальчик, это твой котик такой красивый? Нет. Да? Ой, какой красавчик. Смотри, очень красивый. Как наш рыжий, да. Он отмусит? Нет, не отмусит, какой-то другой кот. А вот смотри, сколько мешков мицелий от грибов. Давай я сниму на камеру вот эти. О, смотри. В прошлый раз, когда мы с тобой гуляли, эти грибы были огромные. Они растут вот из этих мешков. Видишь? И вот они уже здесь высохли от жары. А когда мы с тобой гуляли, они были почти свежие и огромные, правда? Да. Как твоя голова. Здесь они растут. Больше они нигде не растут, только здесь. А вот смотри, домик, на нем есть адрес. Смотри. Пахнет? Наверное, кто-то жарит шашлычки. Он нас не укусит. Он добрый. Он гавкает, потому что защищает свою территорию и хочет, чтобы мы ушли. А здесь есть где-то еще одна собачка за забором. Она сейчас тоже начнет гавкать. В прошлый раз она тоже гавкала. А, вот она стоит. Она уже, наверное, охрипла. Не хочет на нас гавкать. Камыши только-только растут, и комары. Вон, видишь, огромный стоит мотор. Вот это он так работает и высасывает воду из пруда, чтобы она уходила в трубы и в огороды. Вот мы пришли на уток смотреть. Ути мои ути. А что, памятник? Да уж я вижу, собачки маленькие. Так они их гоняют. Они вот здесь вот сейчас. А, вон там они, вон за камышами плавают. Где ты увидел? Вон там. Ути мои ути, ути мои ути. Они, наверное, мотор боятся. Не, не боятся. Не они боятся? Они по голосу. По голосу, да? О, смотри, плывут. Гляди, видишь? А ты Левчик, говори. Зови их. Утя, утя. И ладошками хлопай. Давай, хлопай. Бедом. Давай, давай. Ой, ты посмотри. Сколько их там утяток? А я не знаю. Пятеро. Считай. Ой, какая прелесть. Утя мои утя. Давай, 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 давай. Они прыгают позировать. Ну, понятно. Утя мои, ой, я хлебушка. Ой, да, еще вот какие-то утки вон плывут. А там мелкие приплывут, там все нужны. Да. Деда, не бойся, дед спокойно. Угу. Вас как зовут? Григорий. Видишь, как они тем любят. Да. Хорошо. Пять утяток. Вот мелкие. А что там капает? Посчитай, вода. Сколько. Ну-ка, посчитай, сколько утяток. Утя мои, утя, давайте ко мне. Вот так приходить, и я похлопываю. И надо теперь с хлебушком приходить. Конечно. Да? Да. А, кстати, тут вон хлеб-то лежит. Так они сейчас приплывут. Они боятся. А, ясно. А мелких они видят. Угу. Они туда приплывут. Если они здороваются, лапочки. Там у нас, посмотри, а сзаду посмотри. О, ничего себе, сколько тут уток. Вот это да, целая семейка. Ты полюбуйся, какая красота. Ты видишь здесь их какое количество, а? Смотри, как много. Так это все дамы, а селезень-то где? А вот, вон они, самые охраняющие. Че, он один?
А, два? Нет, три. Там. Шесть штук я сегодня ищу. Ух, тебе нравится? Красивые уточки. А сейчас там еще хитрая выйдет. Хитрая? У нас крыса есть. Так это все-таки крыса или бобер плавает здесь? Андатра. Крыса? Андатра. А, андатра? Она вот здесь живет. Есть бобры, я знаю, мне говорили, где-то есть. Не, у нас стоит. Андатра? И что, она одна? Какой-то развела там. Много? А он самый главный, вот эти археологи здесь. Вот, вот она, андатра, смотри. Лёва, ты видишь, идет? Бобер. Это андатра, типа бобра, не бойся, не тряси. Ой, 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 и что, она за ним не охотится? Нет, смотри, снимай сейчас. Я снимаю, снимаю. Ой. Там ничего. Хлеб сейчас будет жрать. Хлеб, да? Она поэтому обгоняет. Ничего себе. Я тебе хочу. Сейчас все резины ехать. Ой, ты посмотри, сколько здесь уток. Вот они идут. Да там два лебедя плавают и все. На весь город. А вот эти прошлогодние, да? Нет, это уже этого года. Этого года вылупились, да? Да. Они же просто же бараны какие-то подожгли, а тут бы было их, они все такие были. Да? Вот это вот спалили когда. Они же когда у нас, как обычно, утка на яйцах сидит, они обязательно подожгут все. О, ну надо же. Это этого года. Это просто выводок был вон там дальше спрятан, мама, оттуда пришел сюда. Угу. Там потише. Сейчас она пройдет. Барфу идет. Как против течения. Снимай его, снимай. Там смотри. Ну, спасибо вам большое. Вот это кабан. Барсик, рыжик, ко мне. Попробуй, конечно. Давай, выдру вылови. Ой, Лёва, смотри, еще крыса вышла. Вот она, вот сейчас она. За хлебом, смотри, хлебушек берет, видишь? А хвост у него крысий. А кто такой? Плоский? Как у андатры? Она, это есть андатра. Она им это самое. Крысы серьезно сидят. Крысы такое вот круглые. Они хранят свои мелки. И мелки все запомнят. Запоминай. И будущее ты у нас искать. Да. В следующий раз скажи, Лёва, мы с хлебушком придем. Да. А вот мы же... А вон он. Иди, мелки. Вот, вот, смотри, вот крысы. Да-да, я вижу. А у тебя мелкий будет донечек. Да. Мелкий, он еще идет. Первый боец. Что-то остальное. Да. А сейчас ее достала. Видишь, попку, видишь? Вот так, мелкий. А у нас сейчас воевать будет. Лёва, ты не боишься? Ты матросом. А зачем они будут утяток гонять? А, место заставить. Их никто здесь не уничтожает, не отстреливают. Бывает, да? Приходят? Не, ну понятно. Вот, между прочим, я хотел бы, если вы снимаете... Да? Здесь два человека было. Так. Один Виктор Иванович, а второй Тарса Лебедев. Вот сделали мостик. Да? Да. О, молодцы. Я помню еще места. Сзади. Что у тебя так? Сейчас, сейчас, сейчас мы вот крысу видим. Она хлеб опять схватила и уплывает. Да, она,
а назад повернись. Лёва, да посмотри, какая красота. Ути мои, ути. Вот знаете что, придите да? попозже, они усядут на это крылечко. Да. Это Виктор Иванович, они сядут здесь, что-то погуляют, спокойно. Знаете? Я помню, здесь этого мостика не было, здесь были плиты наперекосяк лежали. А вон они. А, ну, вот точно, вот эти плиты. Он спокойно лежит. Это знаете, кто сделал? Кто? Виктор Иванович так. И Алик. Алик вот Саша не ли, а Виктор Иванович здесь проживает. А Алик где проживал? Да здесь жил, ну, Наташу его похоронил. Да? А Виктор Иванович, он стоит. Вот там удочки ловит. Он тут в очках. Дальний? Самый крайний. А, вот он мостик взял. Да. Молодец. Под как. Его руководством. Молодец. Как сам взял. Очень видишь, молодец. Удочки. Ну, смотри. Лёвочек, тебе нравится? Да? Отлично. Видишь, какие красивые. Они сейчас боятся, там пожар был. Мы вызвали пожарных. А когда же это все поджигали-то? Это вот месяц назад. Да? Месяц назад здесь угорело? Вон там, видишь, там все. Да, да, да. Я не помню. Пожар не приехал. Смотри. Она его в город отгоняет. Кого? Кто там? Человек она. А вот утром вот сейчас селезень и кто? И селезень, вот именно утром пошла. Селезень вон он ходит. А где он? Вот он селезень. И второй селезень молодой, видишь? Это сапуги. А ты что там? А что горело? Горело и горело. У нас дураков сколько ты говоришь? Сами не знаю, что творят. А что говорить-то? Сейчас я пойдем. Я не понял. А я помогал тебе. И еще ты хочешь благодарность? Да, мы вас уже благодарим за мостик. Спасибо вам большое. Здесь я не один участник этого проекта. Ну, что, проект. Лёва, смотри, вон крыска опять плывет сюда. Смотри, за хлебушком плывет. Видишь? Ты видишь ее? За хлебом можно. Смотри, какая она запасливая. Сейчас нет, она себе она в норку хлебушек. Она сюда в норы идет, и есть нора. Я никак ее не поймаю. Она на крысу не похожа. Да. А чем они вообще, кроме хлеба, питаются? Травой. Травой они. Рыбу они не едят? Нет. Нет. О, она и на уток не нападают? Нет, главное наш. Своих от нее. А, ну то есть может напасть теоретически? Теоретически, да, она хищник. Не, она не впадает на кого, не ныряет. Да у нас тут все ручные практически, можно сказать, да. Вон видишь, сколько селезней. Я бы еще ни одной, нигде вот, насколько на водоемах был, не видел, что вот так вот крыса, самый, самый не знаю, да. Чтобы был нормальный, как мама. Раз нырка ушла, а это вообще обнаглевший опыт. Забирает как это. Вот они, видишь, сзади сколько их, посмотри, выпали. А это уже большие. Так они сейчас уйдут в свою камышу. А вот еще вся такая идет. А вот смотри, мамка вышла вперед, вот маленькая она, они уже почти одинаковые. Ну да. Мамка вышла вперед, она уже блюдит. Это их мама? Да, вот и моя утя. Да не шугайте ее. Нет. Они это умные. Мама их. Он тоже смотрит за ними. Угу. Вот так вот. Пруд нас надо выглядеть. Да. Ну хоть в этом году дети просто порадуются, посмотрят вот на это самое. А то я думал, вот сколько глядит, вот Виктор Иванович, он не глядит за ним. Вот. Ну вот, слава видит. Богу. Вот так, да. Вот крыша у нас плавает, вот они крыши плавают. Пускай плавают. То есть они все-таки траву едят, да? Да,
А я сейчас на хлеб пришли. На хлеб, потому что хлеба очень много. Ага. А здесь у нас мелкая, а он там чуть прочистил, а вот здесь прочистил. А рыбы не они нас не укусят, не бойся. Хочешь писить? Ну, слава богу. А пить? Водичку? Хочешь водичку? Нет? Ну, пойдем. Пойдем только теперь быстрым шагом, потому что обратный путь мы выбрали другой. И он дольше, чем тот, который мы шли сюда. Костром пахнет. Почему сразу воняет? Скажи, воняет. Воняет. Да, я помню, здесь ездил мотоцикл. Стоит в окружении прудов. Да, посмотри. Такой домишко в тишине, с трубой. Тут где тут свет к нему подходит где-то или нет? Ну что, пошли дальше. Видишь, тут все лентами замазали. Знаешь для чего? Чтобы не заходили. А ну что там написано? Ты можешь прочитать, что там написано? Водоохранная граница. Вот оттуда мы пришли. Куда-то течет по этим трубам вода. Я даже не знаю, куда. Граница ответственности АО НПП «Алмаз». Понял? А что там есть «Алмаз»? «Алмаз» — это так организация называется, в которой люди работают. Туда нельзя? Нет, туда нельзя. А вон какая-то башня. Что это за башня? Это... Дадик бы сейчас сказал ПБЗА. ПБЗА. Противобаллистическая защита, так что ли это называется? Вот это зеленое растение, которое на поверхности воды, называется ряска. И эту ряску очень любят рыбки. Но здесь, по всей видимости, ни одной рыбы нету. Потому что если бы здесь были рыбы, они бы всю эту ряску съели. Пойдем дальше. Сейчас я тебе покажу дом, где раньше жил дядя Коля Семенов. Хочешь? Все время по ней. А там, где забор справа заканчивается, повернете направо. Это вода гремит. Слышу. Слышишь? Вот Колин участок. И вот здесь у него собака гавкала сейчас только что. Собака сейчас гавкала. Вот, видишь, это вот эти ворота. Вот сюда мы заходили, Коля. Вот Колин пруд. Помнишь здесь, где вода гремела? Помнишь, мы сюда с тобой заходили? Вот какой прудик красивый. Смотри, там тоже утка с утятами плавает. Ну-ка смотри, вон там вдалеке, ты видишь? Посмотри, видишь, утятки плавают, уточка и 6 утяток. Ты посмотри, какое здесь количество этих уток. Я просто в шоке. Я тоже в шоке.